Итак, народ, всем привет. Сейчас у нас очередная посылочка. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Посылка у нас с сайта Мыло Опт. Работает по Москве и области в основном. Ну, как мы знаем, просто в области живем. А давайте откроем, посмотрим. У меня же подруга занимается мыловарением. И вот что нам приходит оттуда. Так, ну, во-первых... чек. Непонятно что. До мыла 3 килограмма. И получается доставка в пункт самовывоза. У нас она около дома как раз находится. 150 рублей за 3 килограмма. В прошлый раз за килограмм взяли 100 рублей. Ну да, один листик. Файлик в подарок. Это очень важно. Такая здоровая коробка, и в нее поместилось 3 кирпича. 3 кирпича вот такого... Вот такой вот основы для мыла. Каждый весит по килограмму. Не вижу смысла его даже взвешивать. Приблизительно оно так и есть. Ну, что я могу сказать? Ну, я в этом не особо разбираюсь. Ну, кирпичи как кирпичи. Такие вроде прозрачные, но вроде как и не особо мутные. То есть вот что-то такое. Не понимаю всего этого девчачьего прикола. Однако, вот из этого всего получается вот такое вот, то, что сейчас подруги рядом нет, то, что попалось под руку, что тут повсюду валяется. Так, ну, во-первых, вот такие вот у нас замечательные 100 долларов. Такие зелененькие, формочки. Пахнут чем-то, непонятно, наподобие хвои, судя по всему. Так, вот такой вот кусок. Дальше вот такое вот замечательное сердце. Все форменное. И тоже пахнет. Это вроде персиком пахнет. Так, ну и вот этот вот кусочек тоже, надеюсь, я его сломаю. Вот такой вот малюсенький. Это сделано из формочек. Формочки у меня где-то тоже есть на канале. Формочки AliExpress, по-моему, для мыла. Так, вот такой вот кусочек. Вообще не знаю. Ну, явно, что это не для того, чтобы руки мыть. Может, это там какое-нибудь украшение там как-нибудь лепится. Не знаю. Вот. По-моему, красиво. Вот такая вот у нас вещь. Все как-то пахнет, все непонятно что. А, шла эта штука. А, стоит вот такой вот один кирпич 220 рублей. 1 килограмм. У них получается такая система. А, вы можете заказывать, ну, когда угодно. Вот представим сегодня, вы заказали до 2 часов дня. Оплатили всю фигню. И буквально где-то в 3 часа дня вы можете приходить в пункт самовывоза, вам его привозят постоянно. Дело в том, что люди сидят там до 2, ну и в их центре, а в 2 они забирают товары и едут на точки, где они их толкают, я не знаю, как это назвать. Отдают покупателям, во. И получается, а если вы не успели заказать до 2, то есть заказали в 3, в 4, в 5 и так далее, то уже на следующий день приходите, забираете, товар уже будет там. Так, ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Ссылка на меня ВКонтакте в описании. Задавайте вопросы, буду очень рад. А, девушки, если это смотрите, то напишите ВКонтакте, дам ссылку девушке. Она вам это все расскажет, покажет. Я вообще в этом не знаю, не шарю. А, ну, на мыло не вижу смысла кидать ссылку. Я кину ссылку на сайт. И там уже все найдете, все поймете. В принципе, все. Извините за звук. Опять же, постоянно извиняюсь. Самого бесит. А, ссылка на меня ВКонтакте в описании. Ссылка на товар на сайт в описании. Ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до свидания.